Учитель спрашивает Вовочку: «Вовочка, сколько будет 7 умножить на 7?» Вовочка: «Василий Иванович, я ничего не слышу!» Учитель подходит поближе: «Вовочка, сколько будет 7 умножить на 7?» Вовочка: «Василий Иванович, ну я ничего не слышу!» «Врешь! А ну-ка давай-ка с тобой местами поменяемся!» Вовочка заходит за учительский стол и спрашивает: «Василий Иванович, ну сколько вы будете бегать за моей мамкой?» Василий Иванович: «И правда, за этой партой вообще ничего не слышно!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.